Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас. Соскучились? Мы очень. Сезон, как вы помните, мы начали 2 января в Ярославской области. Ну и в этот же день его закончили. Все помнят, совершенно очаровательные, классные снегопады. Вот. Сидели-сидели. Апрель, 3 число, не удержались. Поехали в Подмосковье, в принципе, на известный в узком кругу поля. В принципе, по полям-то мы давно не лазим, но в лесу сейчас вообще делать нечего. Вообще. Вот. Здесь и чешуя попадалась. Да много вообще с этих полей мы вынули много, на самом деле, в свое время. Вот. Смысл-то в чем? В позатом году это поле, которое за моей спиной, перепахали в грубую. Веревки прям были. И оставили его надолго. В том году мы сюда заехали и его засеяли. Сразу разбронили и засеяли. То есть тот год он тоже простоял. Видимо, его скосили осенью. Ну и выпал снег. Соответственно, возможно, что что-то поднялось. Не знаю, что из этого получится. Земля пока еще сверху где-то вот такой слой корка. Ну, в принципе, прокопать можно. Где снег лежит, там копается, но ходить плохо. И наоборот. Так, что-то я против солнца, да, встал. Но в любом случае, сезон начинать надо. Растрясать бренные телеса. То зима какая-то долгая, считайте, с января. И сейчас уже апрель. 3 месяца ни хрена не делали, никуда не выезжали, ни в леса, ни в поля. Ни на рыбалки, ни на охоты, никуда, короче говоря. Вот, что еще скажу. Несколько проволок сейчас, конечно, уже достали. Ну, все равно хорошо, хоть воздухом подышать. Так, народ что-то ищет. Долбит мерзлую землю. Получает несказанное удовольствие. Лиса сейчас только что пробегала, конечно, не успел достать камеру. Ехал в машине, ехали. Вот, лисица там бежала, а камера в багажнике была, ну, то есть не дотянуться было. Такая же красота, солнце светит, птички поют, замечательно. В общем-то, первая цель появилась на свет. Ведь какая в нашем случае? Сохран здесь будет хреновый, кроме чешуи. Ух, гирька, ух, какая красивенькая была. В эмальках. Блин, ни хрена не вижу, что снимаю. Сейчас покажу. Земля дубовая. Дубовая. Короче, вот такая вот была чудесная пуговка. Это где-то, наверное, 19-18 века. Те, кто не знает, что тетя Люба к нам чешет. Цыганская. Цыганская? Наверное. Да почему цыганская? Это эмали, 18-19. А так... А она в темных очках у нас, терминатор, говорит. Мне кажется, надо поле менять. Думаешь, ну сейчас еще пройдем чуть-чуть, можно туда выйти. Потому что здесь все, во. Че, во? Не пробить. А, в этом смысле? Ну да. Занимательную находку сейчас достали. Сейчас покажу. Пломба. Блин, ничего не вижу, что снимаю. Такая вот. Московская, рижская. Рижский водочный завод, что ли, вот что-то такое, потом попробуем прочитать. А с другой стороны, московская какая-то мануфактура. 1865 годик. Такую не находили никогда, с ключиками. Ладно, если что-то интересное, сейчас напишем. Вот так вот. Пивные пробки. Я по вам скучал. В полях безветренных, снегами окаймленных, все утро вас искал. Пока пробки и проволока. Пока больше ничего нет. Где-то здесь, в свое время, вот как я и говорил, здесь по картам было много дорог. Прям они прям сетью такой шли. Прям вот с узлами, с перекрестками. Мы находили здесь точки.
Ну, сейчас сложно вспомнить. Уже несколько лет нас здесь не было. Какая-то опутка попадается, медь старая, обломанная, всякое такое. Ладно, ходим, дай бог, час, пока еще. Пока еще ноги не отпадают, об травинки не спотыкаемся, с непривычки. Мышей бегает жирных, тьма. Соответственно, и хищников летает, тоже тьма. Следующая находочка. Ну, здесь, да, здесь, если медь искать, здесь она, к сожалению... Здесь топами вообще. Да. ВРП. Вообще нифига не вижу, что снимаю. Да там на ней-то ничего не видно. Да я не вижу, просто меня солнце лупит. На ней ничего не видно, но это ВРП. Кто не знает, я Руси повелитель. Петр Первый. Полушка. Вот как-то так. Хотим вот на этот холмик слазить. Вот сюда. Там посмотреть. Где здесь была чешуя? Вот в этих местах. Ну где? Не помню. А может перевернули неудачно, Димка что-то роет. Так, друзья, сегодня силы начинают кончаться. Походили-то сколько? Четвертый час бродим. Следующая пломба. Обычная. Не царская. Селенки начинают, да. Зимнее сиденье дома дает о себе знать. Прямся понемножечку в сторону машины, а до машины еще, наверное, с километрик. Находок мало сегодня, но все равно хоть стартанули после Нового года. Короче, дошли до машины. Добрели. Доползли. Да, я вам скажу, зимние пельмени дали о себе знать. Вот я, конечно, утрирую. Ну тяжело, 3 месяца никуда не ходили, получается, ровно 3 месяца 2-го, а сейчас у нас 3 апреля. Ну да, 90 дней пустоты. Не было вылазок ни в леса, ни в поля, никуда. Ладно, сейчас надо набирать селенки, планов впереди дохренища. Мест примерно столько же. Куда надо попасть? Ну в ближайшее время куда мы собираемся? Ну понятно, что в Ярославскую, на чешуйные места на эти, и теоретически Белозеро. Бор, да, есть там чудесное место, кто раньше смотрел старые ролики, там песок, да, сохран огнище вообще. И на Монгол попадается, Вячеславно умудрился там ложное витое колечко найти. Вот, а так пока посмотрим, ну еще недели 2 надо, сейчас снег, конечно, еще многовато, где-то 10-15 сантиметров наста. Земля дубовая, стерня высокая. Да и поля что-то как-то, да, ты уже так от желания и безысходности ломанулись. Перевернули, неправильно. Может, неправильно перевернули, а может, не там ходили. Короче говоря, одна монета, 2 пломбы, полгирька, ну, пробки, проволока, как обычно. Мусор забирайте. Да, вот, я не стану показывать, все в пакеты на помоечку, чтобы матушка природа была чистая. Засранцев, ай-яй-яй. Поймаем, будем ругать. Может быть, даже лопатой ругать, если несговорчивые попадутся. Ладно, спасибо, что гуляли с нами. Будем вам дальше кино снимать. Сезон вроде как продолжили. Снег сходит. Ну, короче, спасибо, что походили с нами. Всем здоровья и пока.